Немного и немало. Практически 10 лет специализированная библиотека филиал номер 12 принимает в своих стенах слабовидящих и инвалидов по зрению. Одной из форм взаимодействия сотрудников библиотеки и читателей является проведение совместных праздников и литературных вечеров, таких как, например, пасхальных. Они собирают людей с ограничениями по зрению со всего города. Стихи и рассказы, песнопения и всем знакомые мелодии под гитару. Обстановка на таких мероприятиях всегда душевная и по-своему домашняя. Здесь объединяется все вместе, да. И литературное хранилище, и социальный объект. Потому что у нас каждый месяц запланировано мероприятие. Если вы наблюдаете за сайтом нашей библиотеки, мы выставляем афишу, и каждый месяц проходит, иногда даже проходит два мероприятия в месяц. Ни одно мероприятие в библиотеке не проходит без участия волонтеров Свято-Никольского молодежного братства города Бреста. Молодые люди составляют праздничные сценарии, помогают в организационных вопросах. Кого-то из них в братство привело желание делать добро бескорыстно, кого-то – жизненные трудности. Но главным остается одно – все они открыты для общения и спешат помогать людям всегда и во всем. Меня, наверное, привели какие-то сложности в жизни. Вот. И братство помогло мне эти сложности решить. Ну, то есть я преодолела все благодаря братству. Я очень сильно изменилась. И как бы я очень благодарна за это братство. Вот. И вот я решила, ну, как-то, понимаете, ну, как-то отблагодарить братство. Вот я взяла на себя это послушание, поэтому я здесь сейчас. Недавно специализированная библиотека филиал номер 12 обрела свой новый дом. Уютное помещение на бульваре Космонавтов помогает обслуживать одновременно большое количество читателей. Теперь библиотека располагается в центре города. Сюда легко добраться как пешком, так и на общественном транспорте. Все созданные условия, уверены сотрудники библиотеки, помогут увеличить количество читателей и сделают уже имеющуюся литературу более доступной.